Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, всадники Олуха. Так, ну-ка, что нам принес Беззубик? Давай посмотрим. 2 миллиона древесины, 2 миллиона рыбы. Опять древесина и опять рыба. Жулик ты, Беззубик, вот что я тебе скажу. Фига себе, 500 000 древесины мне притащили. А тут всего 43 тысячи. Кто-то сказал, что шелкопряд очень любит таскать древесину. Я не вижу, ребята, этого. 24 уровень, что-то он мне ничего не несет. Так, ветрокрыло прокачали. Чуть-чуть, кстати, да. Насчет прокачки. Так, какой? 43 уровень, да, получает он? 43-й. Поехали дальше. Нам нужно как можно быстрее получить 52-й уровень. Кстати, что у нас там? Сколько нужно драконов еще? Подожди-ка. Стоп. А почему пока 3 у нас с тобой прокачанных дракона? Почему 3? Так, водорез, громель, беззубик. Ага, конечно же, древоруб. Да чтоб тебе, ну... Ё-моё, ребят, ну ладно. Хорошо, забрать. Сколько... Вы, блин, серьезно сейчас? Давай мы это ускорим все дело. Попробуем так сделать. Я надеюсь, шанс будет все-таки больше. Ну, у меня больше не хватит древесины его отправить на обучение, ты понимаешь? Не хватит. Тут почти 4 миллиона надо, а у меня всего лишь 2. Так, в любом случае, блин, ну он должен, ребята, получить, чтобы... Он должен получить супер эту прокачку, чтобы уровень был. Иначе это бесполезно. Так, ладно, давай мы с тобой посмотрим бесплатный пак. Что он нам тут приготовил. Мне бы, конечно, сейчас не помешала бы древесина. В очень крупных объемах. Так, громель, шторморез, водорез. И ресурсы. И дают рыбу, как назло, да? Ладно, хорошо, давай посмотрим тогда еще один пак. Монеты Одина. Дайте мне, пожалуйста, древесины, а. Очень много древесины, я вас прошу. Так, пошло дело. Ага, пошло. Как пошло, так и закончилось. Так, зеленая смерть. Один из подписчиков сказал, что здесь перевод не очень точный. И он говорит, что это не зеленая смерть, а красная. Я не знаю, ребят. По мультику, если честно... Ой, тихо, я не помню. Так, ну что, давай мы, наверное, здесь с тобой откроем пак. Громель, шторморез, древоруб и водорез. Так, начинаем следующий. Что же я хотел? Ну, блин, нифига тут еще ждать. 9,5 часов. Так, вот здесь можно забрать. Очень, ребята, долго это все, конечно, тут открывается. Очень долго. Так, у нас вот что мы можем с тобой открыть. Что за детеныш у нас тут? Размягчитель. Его можно отпустить. Да. Потому что он мне не нужен. Но он мне не нужен. Так, давай быстренько своих этих ребятулек мы поотправляем дальше в путешествие. Так, здесь, естественно, ребята, получаем шестеренки. Строительство пускай делает и... Бесплатно. 5 миллионов рыбы я не готов выкладывать за какой-то гребешок. Ты извини меня. Так, здесь, ну, понятно. Тусклый янтарь. Другого и быть могло. Ну, вот смотри, за вот эту вот, я не знаю, печатку или еще что-нибудь. 7,5 миллиона. Да вы совсем, что ли, озверели с такими ценниками? Я не понимаю. Может быть, конечно, в дальнейшем эти ресурсы, типа рыбы и древесины, будут у меня в излишке. Но в данный момент... Катастрофически не хватает. Вот такой топорик бы я, конечно, получил бы. И мне не жалко, ребята, за это кинуть 800 древесины. Так, тут, конечно, хотелось бы флаг, но фигушки тебе. Никакого тебе флага. Укрепление, 2,5 миллиона рыбы, запак. А давай. Пускай, а вдруг выпадет мне. Так, что у нас? Фурия, ну тут понятно, ребята. Видишь, она вообще в последнее время мне ничего хорошего не приносит. Вот здесь мы забираем с тобой наши руны. Прекрасно.
Так, ну что же, давайте теперь посмотрим, что нам еще сделать. Древоруб сидит. Костолом, у тебя, кстати, что там по прокачке? Угу. Блин, нужно древесину. Так, мы можем, в принципе, ее заработать, знаешь, где? У нас же событие идет. И я его не допрошел. Давай попробуем сейчас немножечко поиграть. Вдруг нам все-таки повезет. И мы с тобой наберем нужное количество древесины. Потому что, ну, древоруба по-любому нужно переводить в титаны. Ох ты. Мне нравится, как выглядит скалотряс. Очень нравится. Ну что, поехали. Бомбим. Так, тут две волны. В принципе, должны справиться. Ага, шиш тебе. Давай-ка мы ему броню уберем. Эх, можно было бы и критануть. В плане, Барсик, ну что ж ты вытворяешь, а? Ой, зря ты, конечно, так. Добиваем. Ёлки-палки. Так, тут два разных вида шепота смерти. И плюс, ну, конечно, надо убирать вот этого. Тройной удар, но он как бы здесь вообще нам не нужен. Давай, водорез. Красава. Я не удивлен такому выбору. Я не удивлен. Подхилить я не могу здесь своих бойцов, поэтому Барсика, скорее всего, да. Барсика мы с тобой потеряли. Минус. Что? Ну вот. Вот это, ребята, влупил. Так, а что, Фиол? Да я бы не сказал, что Фиол очень сильно бомбит по красным. Скорее всего, это вот этот вот напакостничал, ребята. Убьют сейчас мне. Наверное, да? Или как? Давай-ка, наверное, сюда вжарим. А водорез, интересно, один здесь справится или нет? Вот мне какой вопрос интересует. Сейчас посмотрим. Нет, ну если он вот так вот будет бомбашить, то, наверное, сможет. Блокируем. Давай. Когда он, ребята, на блокировке стоит, он, естественно, не может применять свои суперудары. И это огромнейший плюс. Вот единственное, что сейчас он сможет применить. Ох, как это больно. Блин, я до сих пор не могу ничего применить. Снизим ему броню. Так, сейчас. Опа. Нежданчик, ребята. Вот это был нежданчик. Короче, меняем сейчас состав. Абсолютно полностью меняем, ребята. Убираем отсюда и водорезов, и костоломов. И ставим наших ребят. Это будет у нас кривоклык. Он красный же у нас, да? Костолома здесь разбирали. Слушай, подожди, а может быть нам лучше парящий прихвостень? Да, дилемма, друзья мои. Так, ну, наверное, все равно надо вставить нам ветрокрыло. Потому что, ребят, ну, невозможно здесь играть без хила. Невозможно. А кто у нас еще хилил, ты не помнишь? Какой-то дракон. Я помню, у нас было два хила, и мы так неплохо бомбили их. Только вот я забыл, кто это был. Костолом, давай-ка мы... Мы улучшить можем его, нет? Нет, не можем. Вместо водореза нет. Вместо водореза нет смысла его ставить. Сардельку, может быть, влепить. Вместо водореза давай попробуем. Давай, наверное, так и сделаем. Хотя урон у сардельки, ну, вообще ни о чем. Друзья мои, есть только неплохой шанс за счет отражения. За счет отражения, да, выиграть. Попробуем. Я удивлен, что здесь, конечно, мы с тобой сфейлились. Это для меня, знаешь ли, огромный нежданчик был. Так, хорош. Ну, правильно, он бомбит зеленых, ребята. Это для него лакомство, так скажем. Сейчас опять будет бомбить его, да? А, вот так он переключился, понятно. На тебе. И добиваем. Значит так.
Кто нам может навредить? Здесь красных нету. Значит, мы будем себя чувствовать здесь вообще вольготно. Вот если бы нам еще попадать с тобой, цены бы не было, да? Ну-ка. Вот сейчас прекрасно было. Ребятулечки, да вы попали по ходу дела. Опа. Добиваем. Так, кстати, этого надо, ребята, не упустить из виду, иначе он может сделать свой супер-пупер удар. Хотя нет, не успевает. Ну что же, отлично. Блин, жалко, конечно, что первую попытку мы с тобой сфейлили. Крутите колесо. 1 миллион рыбы. Ну, короче, здесь мы получим 1 миллион дерева. Да ладно, энергию. Вау. Ну, это прям нежданчик для меня, если честно. Ну что ж, переходим на следующий поединок. После его прохождения нам будет доступен пак. 37% всего лишь выполнили прогресса. То есть боев тут еще будь здоров. Сколько волн? 2. Так. Кто это у нас? Драгур? Начнем, наверное, с него. Блин, он красный, да? Сейчас начнет тут бомбить. Наверное, сардельку. А, нет. Нет. Не сардельку. Так, шепот смерти. Что он там? Ой, шепот смерти. Какой, ребята, шепот смерти? Ёлки-палки, это же... Ну ты понял, да? Это душитель, конечно же. Так. Удар. Еще удар. Молодец, отыгрался. Так, здесь у нас с тобой костолом плюс шепот смерти. Поехали. Этот зеленый, можно пока о нем не волноваться. Давай, наверное, вот так еще сделаем. Бомбанем. Так, этот переключился на Барсика. Блин, 3 энергии сейчас будет чудить. Есть. Барсик красавчик. Так, теперь бы нам, знаешь, что не помешало бы? Хильнуться. Что ты там задумал? Ну, понятно, разбег и, как всегда, наверное, ветрокрыло. Нет. Барсика все-таки решил бомбить. И это хорошо, с одной стороны. Так, что ты там сейчас... Кусь-кусь. Вот это ты правильно делаешь. Бомби того, у кого защита. Так. Ну он крепкий, тут не поспоришь. Давай, наверное, его... А, все равно добить не получится. Тогда лечимся. Кого? Вот, молодец. Добивай. Так, вторая волна... А, так это... Что-то я заигрался. Заигрался уже. Крутите колесо. Давай посмотрим, что ты мне тут приготовил. Понятно, древесина. Или, оу, слушай, энергия. Что-то поперло. Я нисколечко не против, а здесь, ну здесь понятно, здесь древесина, ребят. И забираем с тобой пак. Надо будет его вскрыть. Посмотреть. Так, пристеголов, шипорез, громобой и все. А теперь пошли довольно серьезные бои, вот, потому что у нас вот такой вот значок. В плане... у меня энергия кончилась, ребята. Так, что у тебя тут есть на обмен? Давай посмотрим. 3500, конечно, возьмем. Возьмем. И здесь тоже возьмем. Так... Нам нужны с тобой будут четки, флаги и вот эти вот лопатки. Нам нужны будут лопатки. Так, ладно. Давай здесь посмотрим. Это все дело забираем. Забираем. Так, а по наездникам? Все тихо. И здесь тоже забираем. Так, стоп. Тут у нас обмен. Да. 2, кстати, блестящих янтаря мы уже можем делать. Все. Так, ну что, древесинки есть немножко? Давай попробуем все-таки. И... Блин. Не хватает немножечко мне. Буквально чайную ложечку.
Так, здесь у нас нет, по-моему, да, энергии. А тут, ребят, я, наверное, и не справлюсь. Я, конечно, попытаюсь. Я попробую. Ну, ты помнишь, да, предыдущий бой? Мне там всю душу вытрепали. Так, значит, что у нас? Фиолетовый, да? И зелень. Начнем с чудовища. Главарыга трогай в последнюю очередь, ребят. Ага, знает, что делать. Так. Надо добивать чудовище, еще раз тебе говорю. Это тоже не так страшно, хотя фиг его знает. Воу. Блин, ну капельку вот. Ладно, пока терпим, ребят. Если что, будем отхиливаться. Хотя можно даже вот так сделать. Вот так, если мы с тобой сделаем. Да. Мы сейчас всех в сон. Вот тебе и в сон. Сейчас будет суперудар. Ай. Да какой же ты злобный-то, а? Лечимся, ребят. Лечимся. Нам бы вот как-нибудь быстренько бы забомбить штормореза. А по-моему... Блин, буквально там, я не знаю, на добром слове живем. Этот пока спит. Спал, точнее. У него уже нет, по-моему, суперударов, да? Никаких. Только там отхил и броня, насколько я помню. Так что есть возможность нам с тобой захиляться сейчас по полной программе. Смотри, что творит, а? Блин, мне его нежелательно убивать-то, если честно. Игрушу тратить тоже как бы, блин. Нафиг ты сделал, ребят, ну. Так, это только вторая волна, да? О, тё-тё-тё-тё. Что тут сделаешь? Блин, тут красные, ребята, есть. И синий. Давай, наверное, так. Фу, кто будет ходить следующий? Змеевик. Змеевик злобный. Если мы выживем... Если мы выживем, мы сможем их всех усыпить. Так, кого будешь бить? Понятно. Так, давай-ка их вот так в сон. Уничтожим, попробуем вот этого змеевика. Хорошо. Теперь желательно бы вот этого убить. Так. Этот пока спит, пускай спит, его не трогаем. Вот этого надо разбирать. Прекрасно, ребята. Так, он очнулся. Он очнулся, начинает тут буянить. Хильнемся пока. Поехали. Кусаем. Он зеленый, он должен от красных получать довольно хороший урон. Что ты там? В плане, у тебя всего 3 энергии, блин. У него всего 3 энергии были. С какого перепуга? Он разве на 3 бомбит? Да ну, он, по-моему, на 4. Может быть, я, конечно, путаю. Может, это супер-пупер какой-то тут, извини меня. Дракон, ну... Не знаю, ребят. Давай вот так вот сделаем, чтобы уже он нам ничего не сделал. Не наносил нам урона, а мы с тобой спокойненько здесь отхиливались, да? И все, что нам нужно тут. Хотя у нас, в принципе, и так со здоровьем нормуль все. Готов. Так, кто там следующий? Ёлки-палки, отряд злобных змеевиков. Блин, терпеть не могу его. Воу, да они все с такой способностью, эй. Так, ну вот этого надо разобрать. Так, здесь кусаем. Тебя умоляю, блин, ну что ты кривоклык, ну. Давай, хотя бы так. Только усыпи, пожалуйста, всех, а, всех усыпи. Нормуль. Так, валим. Блин. Синий, да, синий. Он будет бомбить. А тут красный. Ну давай сюда, наверное, тогда уж. Так, тут хильнемся, наверное, мы с тобой. Я боюсь, сейчас что-то будет.
Что-то будет очень ужасное и злобное. Супер какой-нибудь удар, да? Бомбит не по-детски, друзья. Ты видишь, да, сколько отнял здоровья? Тем более еще второй проснулся. Твою ж налево, сейчас ушатает. Нет, еще живем пока. Но этот добьет. Хотя, погоди. Хотя, погоди, если мы сделаем вот так. Ему нет резон... Нет, ему есть резон. Да, ему есть резон бомбить по кривоклыку. Потому что у него, ребята, стихийная неприязнь, так скажем. Если я... Вот, отправим в сон. Так, и... Давай, добей. По красоте, друзья мои. Я сам не ожидал, что здесь мы справимся. Ну что, давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Опа, 5 миллионов древесины. Окей. Древесина мне нужна. И 8,5 миллиона рыбы. Ну, это круто. Зато мы с тобой забираем пак. Давай, давай, давай. Не стесняйся, забирай. Так, ну что, ребята, а здесь, как ты понимаешь, будет у нас босс. Босс драконов. Сколько волн, скажите-ка мне. Давайте одну волну и сразу босса. Нет, две волны. Ну уровень, ё-моё, 12-й, 13-й. Обалдеть просто. И все фиолы, прикинь. Мало того, что все фиолы, и один хлеще другого. Это же тройной удар. Плюс прихвостни. Я не знаю. Если выживем, это будет чудо какое-то. Я даже боюсь представить, что там за босс будет. Сейчас они меня распетрушат, да? Слушай, подожди-ка, если мы сейчас... Блин. Ну давай, я вот так. Я, ребят, делаю это для чего? Для того, чтобы... Не трогай его, не трогай его. Так, кусаем сюда. И в сон, ребята, отправляем. Лишь бы он всех усыпил, а? Прекрасно. Так, убираем прихвостня здесь. Блин, вот не хотелось бы, конечно, его будить. Ха, он не проснулся. Отлично, ребята. Отлично, так. Кого тут здоровье-то поменьше? У тебя, что ли? Ну, естественно, он бомбит. Так, лишь бы, ребята, не дать возможности ему использовать суперудар. Ты понимаешь, да? Да что ты промахиваешься-то постоянно? Господи, блин. Этот уже очнулся. Бомбим. На тебе. Так, что ты тут задумал? Понял. Вот. Вот оно, друзья мои, спасение мое. Сейчас попробуем в плане. Я не могу химнуться. Блин, мне нужно лечить бойцов-то моих. Давай сделаем так. Давай вот так. Он сейчас, естественно, еще раз промахнется. А у нас будет с тобой всего лишь один отхил. Да нет у меня отхила, блин. Трындец тогда получается. Кто тут? Ё-пар-сете. О-ля-ля. И чё? И как? Фиолы наносят урон больше всего синим, потом красным. Да. Что же ты сейчас будешь творить-то тут? Понятно. Ужасную дичь. Все, пока, барсик. Пока, барсик. Я даже не знаю, что он будет здесь творить. Ну и что ты прикажешь мне делать? В сон их загонять. Наверное, в сон, ребята. Обалдеть, какой минимальный урон, а? А этот-то не уснул? Эй! Да. По-моему, мы сейчас с тобой распрощаемся еще и с этим. Кусаем. Тратим, тратим, ребята. Пока другого варианта я не вижу. Лишь бы... Окей, окей, ребята. Если я кусну, он проснется, да ведь? И сразу в бой побежит.
Он уничтожит мне, естественно, кривоклыка сейчас. Опа. А что не так, братюнь? Ты-то куда, блин, проснулся, а? Блин, что сделать? Может быть, в сон? В сон. Или ударить его. Так, а потом этот будет ходить. Ладно, в сон. Ой, зря я разбазариваю энергию, конечно. Ой, зря, друзья мои. Ну что, я его сейчас укушу, он проснется, так ведь? Блин, я вот никак, мне хочется его спасти, ребят, но у меня не получится. Хотя, была не была, фиг с ним. Фиг с ним. Просто ради того, чтобы завалить хотя бы этого дракона. Будет очень, конечно... Я не знаю, как это будет. Но урон у него колоссальный, ребят. Ты сам это видишь. И вот этого нельзя делать. Я хочу, знаешь, что сделать, ребят? Вот это вот. Есть. Пока поживем чуть-чуть. На тебе. Так, еще ход, да, у нас с тобой будет? Да, еще один ход. Тут бы, наверное, конечно, лучше. Нет, не лучше. А у него уже все, да? Спало. Спало у него. Он звезданет. Так, смотрим. Трындец он вжаривает, конечно. Погнали. Так, опять его ослепляем. Опять он начинает промахиваться. Мне бы, конечно, лучше бы, когда у него, ребята, было очень много энергии, чтобы он именно свою энергию потратил впустую. Он ее когда применяет, он промахивается. Хотя так тоже пойдет. Хиляться не имею права. Да что у него так быстро вот это спадает, извини меня. У него ослепление действует на него. Один ход всего. С какого, блин, перепуга ты, объясни мне. Оу. Нет. Нет, 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 нет. Так не надо делать, парень, ты че? Так не надо делать, еще раз повторяю. Только бы не отхил там или еще что-нибудь. Все, крышка ему, ребят. Фу, не зря я потратил энергию. Все, ребята, отлично, победа за нами. Ну что, забираем с тобой. Ну, во-первых, колесо, понятное дело, крутим. Ну ладно, 5 миллионов рыбы. Ну давай тогда уже 5 миллионов древесины, чего уж там. А, во. Так даже лучше. Так, друзья мои, ну, отбил я все-таки свои гемы. Я потратил 280, по-моему, да, на 3 груши. 200 мы с тобой отбили. Отлично, нам нужно поддерживать запас ресурсов в драконьем краю. Вот это вам. Ну и спасибо тебе большое. Так, что дальше? Давай-ка здесь мы, наверное, заберем награды наши. Так. А в наездниках? Подожди, в наездниках. Вот. Прекрасно. Ну а теперь давай. Ну, рыба у нас вот. Вот-вот. Это что у нас? Серия испытаний, набор. В первый раз, ребят, получаю такой. Рыба, рыба. Флаг, рыба. И костолом. Редкий. Ну, костолом-то у меня есть, ребят. Че, я предлагаю его отпустить? Конечно, пускай летит 300 тысяч рыбы. Пускай летит на свободу. Так, где у меня древоруб? Думает отсидится. Да вот шишки тебе. Давай, давай, ускоряем. Обратно. Ну, сейчас должны попасть, ребят. Ну, это... Вы че, вот... Это, вот это как называется? Вот это как, извини, называется? Вы что, специально так делаете? Да неужели, ё-моё, неужели? Ну и как ты там трансформируешься у меня? Ох ты!
Ну, ты посмотри, какой красавчик стал, ребята. Ну вот. 54-й, друзья мои, уровень. Итого. Нам нужно еще одного дракона. Одного дракона прокачать до 52-го уровня. И это у нас кто? Кто у нас там вообще качается? Кто это, я не могу понять. А, ужасное чудовище. Давай тогда и вот этого, наверное, мы с тобой отправим пока обучаться. На всякий, ребята, случай. Фух, а здесь мы с тобой заберем награду. Еженедельная. Так, окей. Здесь у нас забираем все, что лежит. Так, прекрасно. Эти у нас все на заданиях. Так, без зубика надо, в принципе, отправить куда-нибудь. Так, ты давай прокачивайся у меня. Потихоньку. Так, вот это вот. Сказали, что принцесса огнеедов очень неплохо собирает ресурсы. Так, ну что, парень, иди, наверное, собирай, я не знаю, рыбу пока. Ну, он сейчас, ну, выглядит, конечно, он шикарно. Тут не поспоришь. Слушай-ка, подожди-ка, древоруб, а ты у меня случайно прокачаться не можешь? А ну-ка. Может, ребята, может. 9-й разряд и 10-й разряд он получает. Ну вот, совсем другое дело. Уже можно будет на худой конец брать его в бой. Да, тем более я знаю, что он жарит не кисло. Так, сегодня мы еще пойдем на арену с тобой подеремся. Это однозначно. Так, а вы что, пройдохи, прохлаждаетесь тут все? Так, обучить. А это вот почему-то до сих пор не могу убрать. Я не знаю, с чем это связано. Но где-то у нас тут еще... Вот, по-моему, да? Да, вот этот вот можно убрать камень. Так, и где-то здесь. Неужели я все? Нет, вот. Зачистим с тобой здесь полностью все. Это тоже нам мешается. И это нам мешается. А, это лес. Вот эти, по-моему, да, можно еще убрать? Хоп. И хоп. Все. Ну что, давай, наверное, мы сейчас, подожди-ка, с беззубиком слетаем на оборонку. 49-й уже, как говорится, уровень флота Элвина. Сейчас мы его потопим. К ядрене фени, да? Тихо, подожди, откуда ты там прилетел. Давай вот этого возьмем. К бою. 49-й уровень, там почти уже, ребят, будет 50-й. Там мелкие корабли какие-то. Мелкие корабли, я не знаю даже. Наверное, туда не стоит никого посылать. Вот здесь нужно бомбануть нам. Сюда отправляем ясен перец без зубика. Само собой разумеющееся. Сразу же причем. А тут мелкие, тут можно, наверное, и малышей, так сказать, отправить. Так, беззубик. Беззубик справляется, в принципе, очень неплохо. Я бы сказал, даже на изи. Так, что мы тут можем с собой? Маленькие кораблики потопить. Маленькие кораблики, ну давай. Все. Быстро так справились. Быстро он, конечно, разнес корабль, беззубик наш. Флагманский у врага. Три ключа, ну тут понятно, ребят. Были бы хотя бы ресурсы нормальные. А так мы с тобой просто, не знаю, для чего вообще эта защита нужна. Что она нам вообще дает. Прокачиваем просто с тобой этот. Уже какая там, 49-я волна была, да? Мы с ней справились. Не знаю, там на 52-й, по-моему, что-то другое будет. А, у нас прокачиваются катапульты, да. Ну что у нас тут? Рыба и шестеренки. И опять же древесина. И еще б чуть-чуть, Икинг. Считаю, вам с беззубиком повезло, что вы отделались всего одной потерянной чешуйкой. На это и был расчет, правда? Мы с беззубиком должны были выглядеть убедительно. Как думаешь, приятель, Элвин нам поверил? Роу.
Конечно, поверил, куда он денется. Ну что, теперь мы можем своих... Тогда я заберу ресурсы. Так. Можем Беззубика с тобой отправить на поиски. У него есть приключения, ребята. Бухта Драконьего Края. Пускай летит в приключения, ребят. Да? 14 500 рун. Я офигеваю. Ну что, куда бы тебя отправить? Ты все никак мне не можешь найти Едкокрыло. Слушай, а Фурия какой имеет у меня уровень? 19. Вот. Новое путешествие открыто. Серьезно? Ну-ка. Подожди. А, ну она может, ну, вот сюда. Туманная напасть искать. Ну, конечно, время на поиски, это я офигею. Ты бы мне Едкокрыло бы нашла бы, ё-моё, для начала-то, а? Фурия, ну что это за дела? Никак не хочет. Сколько я ее... А когда мы вот сюда переместимся, а? И каким образом вот эти вот территории будем, ну, с тобой это, осваивать? Скажи-ка мне на милость. Ух ты, тут вообще прекрасный такой лес. Викинги придут, все вырубят здесь, как всегда. Так, ну что, пойдем с тобой, наверное, мы все-таки на аренку. Все это хорошо смотреть, рассматривать. Подожди. Блин. Хотел взять древоруба вот этого нашего свежеиспеченного титана. Протестить. Так, смотрим. Блин, давай с душителя, наверное, начнем. Или с громобоя. Да фиг знает. Состав однозначно надо менять. Ой. Твою ж дивизию. Ну. Да, потеряли мы с собой водореза, по ходу дела. Грустно это осознавать. Но таковы реалити, ребят. Да вы достали, а? Так, минус охламон. Сейчас, ребята, что-то будет. А я знаю, что будет сейчас. Я знаю, что сейчас будет. Сейчас громобой сделает немоту на всех. С причем не кислым таким дамагом. М? Вот тебе и ответ. Вот тебе и распетрушили. Не. Я уже... Вот сколько раз играю, ребята, и лишний раз убеждаюсь, что без хила, ну, просто невозможно играть. Вот тебе надо здоровье восстановить. А как, если эти охламоны не могут его восстановить? Ладно, Барсик может сам себе, но мне-то нужно массовое. Ты смотри, они без остановки просто бомбят, и все. Хорошо, что здесь мы с тобой ничего не теряем, кроме как 5 кубков за проигрыш. Ну что, давай менять. Менять будем с тобой. Так, я беру Ветрокрыло вместо Костолома. Так, я беру... А где он у меня? Вот, Древоруба вместо Водореза. И Барсика, наверное, мы оставляем. Хотя хотелось бы мне взять Кривоклыка. Ну, Барсик пускай пока будет. Пускай. Так. Посмотрим, ребята, что из этого получится. У нас есть с тобой хиллер, у нас есть дамаг. Бартик, ребята, по большому счету, если брать, да, у него кроме двойного удара ничего нету с собой вообще. Ничего интересного у него нету. Только лишь двойной удар. Я из-за этого его уберу. И уровень, естественно. Так, это кто там, шипорез? Вот. Я еще не успеваю, не успел начать играть, и начинаются вот эти вот промахи нелепые, просто нелепые. Я все понимаю, что ты там уклонение, уворот у тебя, но не... Не настолько же, блин. Вот. На-ка. А я тебе говорил. Блин, классно он выглядит на самом деле. Такой зеленый, а то был какой-то мрачный. Свет детской неожиданности имел. А сейчас смотри как. Ух, зеленый. Цвет взрослой неожиданности. На.
Так, а он что? Он же, по-моему, еще хилять может, насколько я помню, да, ребят? Древоруб-то. По-моему... Так, сейчас будет фаерболы, по-моему, раздавать. Ага, нет. Ну-ка, как ты хилишь? Да, ребята, он хиляет всех, это круто. Ты прикинь, мы можем вот так вот просто захиливаться. Вот тебе и еще один плюс древоруба. Смотри-ка, какая компания у нас тут. Соляночка. Так, тройной удар, громобой. Конечно, начнем с тройного удара. Я не хочу, чтобы он мне здесь устроил кислотную атаку. Хотя и громобой тоже. Жук еще тот. На. Так, тихо, тихо, не надо. Блин. Ну тут, я не знаю. Не, давай просто ударим. Просто ударим. Так, раз, два, три. Они сейчас втроем сходят. По-моему, барсика они мне сейчас положат. Ребят. Ушатает барсика. Угу. Ну мы тоже в долгу не останемся. Давай, древоруб, жги. Отлично. Так, блин, вот какая смешная атака у ветрокрыла. Ну просто никчемная, ничто. О, кому это достанется? Понятно, древоруба. Да, друзья, походу они тут решили нас распнуть. Решили. И скорее всего у них получится. Почему, ребят? Потому что красный громобой тут у них. Со своим, блин, чертовым дамагом. Ну и чё? Нет, это бесполезно. Забомбят. Короче, барсика надо убирать, ребят. Толку от него никакого нет вообще. Кроме уровня, больше в нем ничего нету. Ну, я думаю, что уровень уровнем, да? Но надо брать действительно полезных драконов. А я беру только и лишь из-за уровня его. Так, что он там усиливает? Усилил атаку. Почему ты так быстро очнулся? Ты должен два хода спать. Нет, он проснулся. Ёпрасты, нифига ты еще и хиляешь. По-моему, да, ребята. По-моему, костолом. Да, хиляет. Вот было бы прикольно, если бы он еще после этой атаки мог бы хиляться. Вот это было бы вообще имба, ребят. На тебе. Так, сейчас укусит и уничтожит, по ходу дела. Я не удивлен. Давай поменяем немножко состав своей команды. А состав будет элементарным, друзья мои. Я просто-напросто возьму сардельку. Да, сардельку. И будет у меня команда зеленых. Как-то давным-давно мы с тобой этой командой рвали всех. Абсолютно всех. Кстати, а у меня что? Парящий прихвостень тоже 10 уровня? Ха, я только сейчас заметил. Ладно, давай попробуем отомстить. Сарделька, знаешь, что может сделать? Усилить всю нашу команду. То есть на атаку. И... это круто будет. Сейчас посмотрим, ребят, как пойдет. Начнем, наверное, с Хофера, да? Смотри, 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 что творят, а? Ты вот... как специально. Все начинают. Ну, правильно, они боятся его. У него дамаг не кислый. А мы с тобой, знаешь, что сделаем? Вот так вот. Опа! Ага. На тебе. Так, сарделя, кого... а, это вражеская сарделька. Давай сюда. Опа-на, опа-на, что он делает? Ты понял, да? Громорог-то. Не дурачок. Громорог не дурачок, оказывается. Вы дадите мне, блин, сделать удар или нет сегодня, блин? Вот. Дождался. Нати-ка. Этот сгорел прям вместе со своей защитой. Никчемный. Так, у нас кончилось, да? Но это не беда. Это не беда, ребята. Продолжаем веселиться. Кого-то там бомбить собрался. Сарделечку, да? А еще разок. Опа. Как им нравится. Сейчас что-то будет. Хиляет. Не хиляй себе, парнишка. Тебе это не... о, еще и сон. Под усилением. Да это же вообще мечта любого дракона, ребят. Нафиг. Вот и все. Да.
Усиление сардельки, ребята, очень хорошо помогает команде зеленых. Очень хорошо. Здесь у нас с тобой два фиолетовых плюс один красный. С красным, конечно, желательно разобраться побыстрее. Ну, естественно. Куда они будут все бомбить? Ясен перец. Древоруба моего наказывают. Ну-ка. Да лучше так сделать. Я считаю, да? По крайней мере, они урона получают колоссального. Так, сейчас будут бомбить. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы почти с тобой потеряли. Мы почти потеряли с тобой нашего древоруба. Да не почти, а потеряли мы его. Ты посмотри, что он делает. Он еще и... А я только рассчитывал, думал сейчас... Ну хотя бы хильнул. И то спасибо. Ну, что ты сделаешь? Тоже неплохо. Тоже неплохо так. Трындец. Раз, два, три, опять сейчас втроем сходит, да? И опять этот шитик сейчас, ребята, сделает пакость свою. Супер удар. Да. Сфейлились, короче, мы здесь. Только лишь из-за того, что они просто мне не дали ничего сделать. Блин, бедная сарделька, а. Почему ты не сделал? Лучше бы ты сделал свой суперудар сон. Было бы вообще идеально. Но нет. Ну вот это как? Как он так быстро набирает инициативу, а? Объясни мне, пожалуйста. Жесть. Ну, что у нас тут? Синий, фиол, зелень. Ладно, тут еще такие враги не особо, так сказать, страшные для меня. Так, давай начнем с чудовища с тобой. Хотя шипорез тоже еще тот вредитель. Лезет, а? Давай, о. Нормуль. Фиол так вообще колоссальный урон получает, да? От зелени. Ну да, тут усиленный урон получает. Опа, опа, опа. Обалдеть, на тебе тогда. Фига они тут разбуянились, не на шутку. Давай вот так, наверное, начнем. Так, ты-то что тут собрался делать? Ага. Отражение. Пока не будем его применять, ребят. Я не знаю, точно кого они будут бомбить. Этот этого, а этот... А этот будет спать. Вот так вот, добиваем с тобой шипореза. Так, теперь хильнемся. Усилимся. И будем уже бить. Сейчас кого-то оглушит, 100%. Но это не страшно, на самом деле. Это не страшно. Так, даже не буду хиляться. Будем просто продолжать его бомбить. Нет, 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 парень, у тебя не получится... Уничтожить не сардельку. Даже об этом и не мечтай. Что, опять разбег? Ну давай, по сардельке, надеюсь. Красавчик, сам себя уничтожил. Отомстили все-таки. Но, правда, другой команде. Ну, а вот и пак. Пак вождя, давай посмотрим. Лаварык, громорог, острозуб, кривоклык. Окей. Блин, как всегда, нам с паками с тобой просто не везет. Опять обычные паки у нас выпадали. Ну что, давай еще, наверное, за одним паком сходим. Команду я пока менять не буду. Соляночка. Так, кривоклык красный, да? Плюс синька. Синьку мы трогать не будем пока зеленью. А вот красного надо, наверное, вольнуть. Тем более лаварык не такой уж и страшный. Будем честны. Вот для нас кто злейший враг. Стихия огня. Красные. Блин, ты посмотри, как бомбит, а? Усиляемся, ребята. Так, переживем атаку, будет все круто. Так, сейчас будет хвостом, что ли? Нет. Твою же, налево, блин. Так, сейчас укусит. Неужели убит? Нет, он не того, ребят.
Он не того стал бомбить. Ну-ка. Раз, два. Блин, конечно, хотелось бы в сон. Смотри, снимает. Просто от выстрела снял у меня усиление атаки. На тебе. Вот неугомонный. На. Так, кто там у нас? Змеевик, да? Блин. Я вот так вот сделал. Я, ребята, пожертвую нашей сарделькой ради усиления нашей команды. Это должно, ребята, окупиться. Ну что, Лаварык, в принципе, остался один. Он тут сейчас на себе броню будет стакать. А мы его будем спокойненько с тобой разбирать. Все, никуда он не денется. Эх, хиляется, и это ему не поможет. Ну что, зажарим? Ага. Зажарочка не получается. Ну, последние удары. Давай вот так вот. Назло. Все, друзья. Очередная победушка за нами. Они что-то во все команды стали втыкать кривоклык. Специально, что ли, так делают? Я не могу понять. Поехали. Блин, мы по нему еще так... Вот мы по нему наносим минимальную атаку. Он по нам просто колоссальную. Да и к тому же мы все-таки с тобой 10 уровня. Так что нас тут разбирает только шорох. Ну что там собрался делать? Опа! Как он всыпал, а? Просто заблокировал нам способности. И я ничего не могу сделать. И давай, уничтожай. Нет, пока живем еще. Пока еще живем, но... О, все. Пока, древоруб. Ха! А мы вот так с тобой... Блин, если я потрачу... А почему бы нет-то? Давай, пускай они сами себя бомбят. На тебе. Твою ж дивизию, а. Так. Ну, давай так вот сделаем. Ну? Убил себя, молодец. Давай вот так вот сделаем. Ой! Отражение такое... Отражение кончилось. Сейчас оглушит. Все, ребят, ну тут проиграли. Что-то слишком много проигрышей пошло. Так потому что у меня до сих пор драконы 10 уровня. У него 13, 14, 12. Больше 10. И еще и игра к тому же повисла. Что может быть лучше, а? Ну что, опять они опять вставляют этого кривоклыка. Может быть, его не трогать пока, а? Ребят, я на нем очень много трачу сил. Давай начнем разбирать... Пока приближенных, да? Мне кажется, так будет эффективнее, чем именно его бомбить. Разберемся с этими, а потом уже его бомбанем. Я думаю, так будет эффективнее. Что ты там хочешь сделать? Твою же... Налево. Так, давай этого барсика вражеского бомбанем. Че, сарделька, пока, да? Можно сказать, а нет. Не сардельку бомбят они. Так... Сейчас опять что-нибудь сделаем, да? Понял. Мы вот так вот. Припечем чуть-чуть. Но. Смотри-ка, я думал, что он будет сардельку уничтожать. Нет, он почему-то переключился на древоруба. Оу-оу-оу, что это? Ох ты, как он... Как он сделал так круто, ты видел? А мы усилим команду нашу. Так, они все под защитой, да, получается? То есть нам надо защиту пробить. Опа, не понял я. Это так у них защита работает, да, еще и уклонение ко всему вешает. Сарделька, не умирай, пожалуйста, живи. Нет. Тогда спать. Тогда всем баиньки. Ох, сейчас он фаерболчики, ребята, закинет. Ой, закинет фаерболы, чувствую я. Да? Что-то не то делает.
Что, прожарим или хильнемся? Прожарим. Сейчас он потерпит. Терпение его, естественно, лопнет. И он влупит. Или не влупит. Сам виноват. Не воспользовался шансом. Ну что, друзья мои, предпоследний, надеюсь, у нас с тобой бой. Так, тут у нас громорог плюс скала. И мелкий-мелкий душитель. Душитель, наверное, будем бомбить. Наверное, лучше сделать так все-таки. Так, скала. Кому? Все, я понял. Так, теперь душитель. Он будет бомбить тоже по сар... А, нет. Интересно. Ну ладно, а мы теперь вот так вот. Ну-ка, добей, пожалуйста, мне этого шитика. О! Найс. Это по кому, интересно, прилетит? По сардельке. Хотят уничтожить, я уже понял. Слушай, а мы сейчас сделаем, знаешь, что с тобой? Вот так вот. Куда он там? Блин, сардельку, по-моему, мне, ребят, в любом случае не спасти. Mm-mm. Я пытался, я хотел, но ничего не вышло. Так, тихо. В плане, блин, уклон... Что ты, что ты, что ты? Этот уклонился, блин, прикинь, от огня. Ё-моё, ну сейчас-то по кому? По ветрокрылу, а? Я офигею просто, ребят. Я просто с этого дурдома офигею, блин. Они бафы за бафами вешают, а я как этот, блин, усосок хожу тут, блин. Крохи, блин, собираю со стола. Ну ты посмотри, ну что это? Ну чё, что это такое? Вот что это сейчас было? Кей, офигею, блин. Да. Да понятно все тут, сейчас бомбанет. Оглушит, в стан загонит, и в этот момент еще этот хмырь под халим будет бомбить. Чмоха. Друзья, вы не поверите, у меня вот в этом последнем бою уже 3 раза вылетала игра. 3 раза. Я не знаю, в чем проблема. Может быть, из-за того, что у меня в команде шторморез. Я только его взял, и вот такие вот проблемы начались. Если сейчас вылетит, я поменяю дракона. Посмотрим, скажется ли это как-то. Так, уничтожаем. Так, давай сюда бомбанем. Попробуем костолома с тобой сломать. Опа, неплохо, кстати, он разбирается. Ну, что ты, что ты, что ты, что ты делаешь, а? Ну, куда ты вот... Офигеть. Все-таки уничтожил меня, а? Ну, все, сарделька, ты один остался. И мы тебя сейчас будем тут мучить. Так, вешаем слепоту. Ну, все, ребята, он будет промахиваться, понятное дело, да? А мы его, естественно, сейчас будем потихоньку... уничтожать. Так, у него еще один ход на промах. Все, дальше у него слепота сходит. Но мы на него опять же ее вешаем. Главное, чтобы она повесилась. Она может и промахнуться. Угу. Конечно. Да, ветрокрыл, конечно, урон наносит ничтожно малый. У него массовая атака офигенная. Но вот именно... обычная, она ни о чем. Ну что, уничтожим его или нет, как думаешь? Кританем? Нет, ну добиваем. Все, друзья мои, забираем сейчас пак. Вот он, родной. Ну-ка, что там у тебя? Древоруб, громыль, шторморез, громобой, шепот смерти и водорез. Барс и вепрь. Тройной удар, чемпион. Ну, я тебе скажу, очень даже неплохой реворд нам достался. Так, здесь мы забираем с тобой 10 рун.
И 25 рун. То есть 35 рун в общем количестве. Вот так вот. Вот так, ребята, мы сегодня с вами побомбили. Я думаю, что неплохо. На обучение у нас есть. Скоро мы с тобой сделаем еще одного дракона до 52 уровня. И, конечно же, будем прокачивать зал совета. Тут водокачка, ветряная мельница. Ну, это все, короче, для викингов. Ну, а на этом я буду завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!